Добрый вечер, дорогие друзья. Мы очень рады, что у нас появилась возможность выступить в замечательном новом месте. Мы здесь впервые. Ну, Слава Быстров уже регулярно каждую пятницу проводит грандиозные, умопомрачительные джемы. Слава Быстров, клавишные! Я хочу поблагодарить Арайка, нашего любимого друга. Дорогой, где ты? Спасибо тебе огромное. Огромный низкий тебе поклон. Ты нас приглашаешь и даешь возможность не только нам, а многим музыкантам быть на этой сцене. Сегодня для вас играют лучшие музыканты нашей необъятной родины. Евгений Погожий, гитара! Владимир Галактионов, труба. Наша рифм-секция. Алексей Любчик, бас-гитара. Ударная секция. Дмитрий Потинчук. Человек вчера заявился от замечательного музыканта Майкла Линтона. Сегодня пришел к нам. Итак, друзья, мы начинаем.
Спасибо. И мы продолжаем еще одной авторской пьесой. Премьера состоялась много лет назад. Вот в таком же клубе. Тогда он назывался «Олимпиада 80». Это был далекий, не помню какой год. Пьеса называется «Огни Нью-Йорка». Thank you.
Спасибо. Владимир Галатьонов. Он принес специально с Рудином. Я его попросил. Друзья, у нас сегодня есть интернет-аудитория, да? Ребят, вам привет, кто нас смотрит через интернет. Мы в следующий раз ждем вас к нам сюда. Слава Быстров, клавишные. Евгений Побожий. Соло. На гитаре. И мы продолжим еще одной авторской пьесой. В 2016 году мы выпустили эту пьесу на лейбле Woodman Music, она называется Free. Специально был приглашен Владимир Галатьонов. Thank you.
Валер Галатионов, труба. Евгений Павлужин сыграл соло на гитаре. Мы продолжим еще одной авторской пьесы, называется «Летние эскизы». Thank you.
Евгений Побожий, Владимир Галатионов, Слава Быстров, клавишные, Евгений... Евгений Побожий еще раз. Алексей Любчик, бас-гитара, Дмитрий Потецюк. Друзья, мы сделаем небольшой перерывчик и к вам вернемся буквально через 5-7 минут. Нам надо немножко передохнуть и выпить по чашечке кофе. Спасибо!
песни. И мне не поможет гитара. Владимир Гладционов. Круа. Меня зовут Александр Торгополый. И мы продолжаем. Своя авторская песня называется «Гато». Она также вошла в релиз Bodmon Music, наш EP и «Слава Устров». Thank you.
спасибо. Это была пьеса «Гату». Евгений Погожий, гитара. И мы приглашаем Владимира Гелотова. Сейчас мы сыграем нашу оригинальную версию очень известной песни группы Beatles. Называется «Мишель».
Валерий Галактионов, Евгений Побожий. Друзья, в завершение нашей праздничной программы мы сыграем еще одну пьесу «Битлз». Я вам сейчас покажу, и, может быть, вы вместе с нами будете хлопать на вторую четвертую.
Thank you.
Алексей Любчик, бас-гитара. Слава Быстров, клавишные. Владимир Галатенок, труба. Александр Дугополый, саксофон. Спасибо, друзья. Приходите к нам на наши концерты. Скоро мы здесь будем выступать. 29-го здесь будет джазовый фестиваль, 29 октября. Ждем вас. До новых встреч!